Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать, как правильно готовить рыбу дорадо. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Рыба дорадо, грибы, растительное масло, помидоры, перцы светофор, зелень, лимон, чеснок и специи. Итак, приступаем. Разрезаем вдоль перец, вычищаем от семян, а затем каждую половинку режем крупными дольками. Точно так же режем и второй перец. Помидоры нарежем полукольцами. Шампиньоны нужно будет зачистить. Зачищаем с помощью маленького ножа. Нарежем шампиньоны крупно на такие дольки. Очищенный чеснок мелко нарежем, можно натереть через терку. Овощи подготовлены, порезаны, нужно будет приправить. Пол лимона выжать на овощи. Далее добавить паприку. Прованские травы поперчить, посолить и залить растительным маслом. Перемешать. Далее на очищенной рыбе сделать легкие надрезы. Овощи накладываем в противень с фольгой. На овощи ложим рыбу и начинаем тщательно мариновать. Я использовала паприку, соль и лимон.
И на завершающем этапе необходимо посыпать зелень и заправить растительным маслом. Приятного аппетита!